180 раз. Именно столько поднятий чугуна весом 24 килограмма удалось выполнить Владимиру Цирибко в свои 32 года. Старший пожарный Бобруйского ГРЧС больше 15 лет с гирей на «ты». Многократный призер чемпионатов республики и мира подтвердил свое реноме и стал победителем городского первенства. Герой спорта вообще развивает выносливость, силу. Ну, как вообще считается, еще с советских времен он был в армии популярен. То есть выносливость, сила – это, естественно, для МЧС, сотрудников, главная атрибутика вообще. Лучшие друзья мужчин – гири. В этом, без сомнений, убеждены 35 участников состязания. Самые крепкие сотрудники МВД и МЧС в непривычной обстановке показали силу мышц и характера. Турнир прошел под патронажем Белорусского спортивно-физкультурного общества «Динамо». Это чемпионат наш, городской, с перспективой участия в областных соревнованиях, уже также по данным виду спорта, и в республиканских. Отбираются сотрудники в сборной области и дальше демонстрируют свои навыки уже на республиканском уровне. Кандидаты – мастера спорта Беларуси и международного класса. Бобруйская школа гиревиков – одна из лучших в стране. Это не единожды доказывали наши земляки на соревнованиях самого высокого уровня. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.